Eyes open for a lurker. No more lurkers. Ух ты, вурдалак, вурдалак. Да, друзья, я из самого слабого компьютера у нас сделал игровой компьютер. Чтобы вы понимали характеристики данного компьютера, Intel Pentium Inside, даже вообще не знаю, какого там поколения, вообще какие цифры, и GeForce M635 2 гигабайта. В общем, 8 гигабайт АЗУ. Этот компьютер ни в коем случае не мог бы потянуть World War Z на максимальных настройках графики, и это круто. То есть это круто. Я вам, ну, как бы скажу предысторию. Я хотел использовать Mac как игровой иногда компьютер, но не запускать Windows. Не хотел этим заморачиваться, честно. Вот. И, естественно, я слышал про облачный гейминг, я слышал про Nvidia Now, да, как они там стартанули. Но, к сожалению, много было негативных отзывов. Ну как так-то? На ровном месте. Ё-моё. Ну, много было негативных отзывов, что стартануло плохо, input lag огромный, артефакты, постоянно картинка рушится, что-то прерывается, еще и мало игр. Так вот, еще раз напоминаю, друзья, что все надо тестировать через 6 месяцев. Потому что когда только вот что угодно запускается, новое производство, новая услуга, это никогда не будет идеально. Все оттачивается через 6 месяцев. Так вот, я установил сначала несколько дней назад на Mac Mini. По 5-герцовой сети подключил, все запустил, такой странно. Игра запустилась, я зарегистрировался бесплатно, я банковские карточки никакие не вводил. Я никуда деньги не переводил, все бесплатно. Никаких 14 дней у меня нету. Типа, что у вас только 14 дней доступно. Играйте и играйте. Захожу в новость, смотрю. Nvidia продлила на все лето. Все лето можешь играть бесплатно. Два ограничения. Первое. У тебя сеанс длится 1 час. Ну, думаешь, ну фиг с ним, 1 час. Нужно потом просто перезапустить игру. Фигня вопрос. И второе. Когда ты запускаешь игру, у тебя есть ожидание в виде там, как, на, в какой ты в очередь, там, 200-й, 500-й и так далее. Но среднее время ожидания, в зависимости от игры, которую ты выбрал, и времени, в которое ты играешь, это от минуты до 5-7 минут. Ну, в принципе, для меня тоже это не критично, потому что я пока себе сделаю чай и так далее, и так далее. Перед часовой игрой можно как бы немножко и расслабиться. Каждый час сделать себе такие перерывы, да, по 5-7 минут. Я такой, ну, фигня вопрос. Окей, я запускаю первую игру, у меня все отлично работает. Я запускаю вторую, есть небольшие прерывания. Я запускаю третью, работает, четвертую, работает. Думаю, ничего себе, все играю бесплатно. Без всяких геморроев. Картинка нормальная, Full HD, 60 FPS. Я с настройками графики не заморачиваюсь. Я с системными требованиями не заморачиваюсь. Компьютер у меня работает в режиме простоя. Ничего не шумит, кулеры не крутятся. Вообще все идеально работает. В чем подвох? Сижу, думаю, в чем подвох? Думаю, ладно, я же на Mac Mini играю. А подключу-ка я свой Mac Mini. У меня же Mac Mini не просто с LAN-входом. Я же заказал себе комплектацию с 10-гигабитным Ethernet'ом. Вот этим вот LAN. Я подключаю, у меня скорость сразу возрастает в 2 раза, пинг тоже понижается, время отклика. Я начинаю запускать те же самые игры, у меня вообще все идеально работает, вообще все гладко. Подключил Mac Mini по 10-гигабитному Ethernet'у. Wi-Fi отключил. Смотрите, какая скорость стала. По Wi-Fi было в 2 раза меньше. Офигеть. И я залип на несколько часов. Я просто установил приложение от Nvidia в macOS. А есть 3 вида приложений: под Android, под macOS и под Windows. Спасибо Nvidia, что сделали под macOS. Под iOS и iPadOS сделайте, пожалуйста. Я представляю, как распахнет крылья iPad, когда там установится это приложение. Когда вы можете играть в компьютерные игры на iPad. Это вообще будет просто бомба. При этом ресурсы iPad не будут никак задействованы. И вообще пофигу будет, прошка у тебя, либо iPad бюджетный. Вот, главное, какой экран. В итоге я это установил, зарегистрировался, логин и пароль, аутентификацию прошел.
добавил в библиотеку игру и запустил. Да, игра запускается либо через Epic Store, либо через Steam. Главное, чтобы игра у вас была куплена официально. Не понимаю некоторых блогеров, которые начинают сравнивать, что за сервис надо платить, ну, там, если хотите оформить подписку, 1000 рублей, и потом еще за игру 1500 рублей, типа, дорого, 2500 рублей. Нахрена сравнивать сервис с игрой? И вообще, то есть, ну, как бы, это несравнимые вещи. Вы за сервис платите, как за игровой компьютер удаленный. Соответственно, это то же самое, что предъявлять в магазине, когда вы покупаете сборку ПК, что, а что у вас там игры эти не идут сразу в комплекте? Идиотизм, нельзя так сравнивать. Поэтому, да, игры должны быть лицензионные, но нужно прекрасно давать себе отчет. Опытные уже пользователи, у них есть список желаний в Steam приложениях, они себе туда добавляют, а потом, когда там распродажи, они вместо 2000 рублей, я сам такой, я вместо 2000 рублей за одну игру, он на 2000 рублей покупает 7 игр, которые он хотел, потому что там мега распродажа, там на 80-90% скидка, либо вообще игра раздается бесплатно, как в Epic Game Store, да, там GTA раздавалась бесплатно, Civilization 6, две мои такие хорошие любимые игры, раздавалась бесплатно. Да, в NVIDIA в этом сервисе нету всех игр. Вам нужно просто зайти в этот сервис и посмотреть, есть там игра, которая вам интересна. Но с другой стороны, я даю себе отчет. У меня очень много вопросов в личку. Ром, ну вот как мне на MacBook'е играть? Там вот-вот-вот, у меня такая комплектация. И зачастую я отвечаю, что MacBook в принципе не для этих целей покупается. Но если вы хотите играть, это в принципе вы можете купить EGPU, внешнюю видеокарту. И тогда вопрос будет решен. Вопрос только в другом состоит, что когда вы покупаете вот этот вот бокс, вы его беспроблемно, по сути, можете использовать в macOS. Windows надо настраивать. Причем, к сожалению, абсолютно разные инструкции. Даже моя инструкция, у меня есть 3 универсальные инструкции, они вообще вот у каждого по-разному работают. Иногда вообще четвертая какая-нибудь появляется инструкция. Вот, под винду. Потому что под винду настраивать нужно вообще отдельно. В macOS это все работает автоматом. Поэтому ты начинаешь как бы задаваться вопросом, что вот ну, нафиг тебе вот этот геморрой и так далее. Более того, эта коробочка не дешевая. То есть даже если $500 в принципе оплачивать, ну это не каждый готов себе потратить. Я считал, по сути, буквально неделю назад, что я могу собрать на 40-45 тысяч рублей. Вот я просто дал себе такой лимит 40-45 тысяч рублей. В среднем у меня 6-ядерный либо 8-ядерный процессор и видеокарта 580 либо 590. Ну в принципе два показателя, 16 гигабайт АЗУ. Все, это стационарный комп. Я реально расценил для того, чтобы временно играть в игры. Сейчас я просто похоронил эту идею. Ну, две причины. Первая, скоро выйдет Sony PlayStation, ну, в этом году, поэтому мы будем просто смотреть, и я буду ориентироваться на нее. Второе, а зачем, когда есть вот это? Я могу вот в это играть абсолютно бесплатно. Все лето NVIDIA продлила эту акцию. Играйте бесплатно. Да, будет два ограничения, часовой сеанс, потом перезагружайте игру. Но мне не влом подождать и перезапустить каждый час, если я реально хочу поиграть. Тем более бесплатно. Если вы хотите оформить подписку, ну то есть вот эту вот премиальную или как он там, просто за 1000 рублей, то получается вы не ждете, то есть вы запускаете игру сразу. И у вас второе, это у вас еще появляется трассировка лучей. Ну, в режиме реального времени. Ну, в принципе, это круто. Главным моментом, почему я сюда, на этот компьютер установил, потому что на Mac Mini я проверил с 5-гигагерцовой сетью и через LAN. Вообще работает все идеально, все отлично. Сюда я установил, потому что, во-первых, это самый слабый компьютер. Более того, здесь нет 5-гигагерцового Wi-Fi, здесь 2,4 Гц. Я запустил, играю. Есть, конечно, подлаги, это чувствуется, но не критично. Поэтому, если хочется поиграть на таком компьютере, либо на 13-дюймовых макбуках, либо на старых, просто там 2013-2014 года, то это прекрасный вариант, друзья. Я это сделал, я вообще ни капельки не жалею. Я не понимаю, почему так хорошо многие профильные, подчеркну, профильные блогеры по этой теме, по игровой индустрии, очень хорошо опустили в некоторых нюансах NVIDIA. Но да, я NVIDIA не могу защищать, да и как бы я и не поклонник NVIDIA. У меня все в AMD видеокартах, внешняя видеокарта в macOS поддерживается только AMD. Но сейчас я могу сказать, NVIDIA, спасибо, вы создали сервис, который реально работает. И сейчас необходимо пользователям, друзья, никого не слушайте, сервис сейчас абсолютно бесплатный. Качаете бесплатно, никакие банковские карточки от вас сервис не просит ввести, ничего не надо. Запустили, залогинились, и поперли. Посмотрите со своим соединением, посмотрите, как вы будете играть. А вдруг вы так же откажетесь, как и я, от покупки какого-то себе мощного компьютера, который вы поймете, что нафиг мне это надо. Я сейчас поиграю в облачный этот гейминг, потом выйдет PlayStation, и я буду когда здесь, когда в PlayStation играть. Все. Чтобы еще ну, быть более объективным, я к этому ролику сейчас приложу, как я играл в некоторые игры, чтобы вы увидели не запись с экрана или вообще вот так, а вот как камеру я включал и направлял на экран, чтобы вы видели, что происходит на экране, какие есть лайки.
подлаги, какие подлаги звуковые, то есть, чтобы вы это все понимали. Я играл, правда, тут нужно сказать честно, я играл в самое загруженное время, вечером, где была огромная очередь, там в 3 раза больше, если бы это было днем, вот, утром тем более. Но даже вот в этом режиме, я думаю, это будет справедливо. Вы увидите в самую загрузку, как это будет система себя вести. Я считаю, что это нужно протестировать в вашем регионе, на вашем компьютере, с вашим провайдером, через вашу Wi-Fi сеть. И себе ответить честно, тянет у вас этот сервис или нет. Также оставлю на второй сервис ссылку и напишу здесь. Данный сервис предоставляет услугу почасовая игра. То есть вы можете поиграть по часовым, как бы, нюансам. То есть заплатив за 15 часов, вы заплатите 970 рублей. Но для меня, честно, тут, правда, игр больше. Тут есть GTA 5, что в NVIDIA нету, то есть тут больше игр. Поэтому, кто хочет почасовую, можете посмотреть этот сервис. Будет ссылка также в описании на 2 сервиса. Кто хочет вот NVIDIA бесплатно сейчас все протестировать и посмотреть, ну, то есть потянет у него Wi-Fi соединение или нет, то оставляю вам тоже. И я просто откажусь от игрового компьютера и просто буду, ну, игровой компьютер купить за 40 штук или 40 месяцев пользоваться. Ну, блин, для меня это есть разница. Я не хочу платить большие деньги сейчас вообще никуда. То есть мне проще абонентскую плату 1000 рублей заплатить. И то, например, сейчас лето, это бесплатные полностью каникулы. Более того, там, а вдруг я не захочу играть, например, я захочу там на 2-3 месяца взять себе эту подписку и поиграть 2-3 месяца, а потом все, мне не до этого будет. То есть это выгодно в любом случае. Короче, все, друзья, не буду затягивать, извиняюсь. Все, видео, как я играл и настраивал, и мои эмоции. Так что все, смотрите. Нам нужно проверить пинг. Давайте www.apple.com. Просто ради интереса. Пинг у нас 29.5-30. Так, и тогда запустим сейчас сразу спид-тест, чтобы проверить скорость соединения. Так, пинг у нас все проверен. Так, давайте запустим. Сейчас у нас, как мы видим, не через Wi-Fi. У нас Wi-Fi сеть выключена. Вот, у нас через 10-гигабитный Ethernet Mac Mini подключен непосредственно интернет. 500, отлично. Так, сейчас будем смотреть, рушится у нас картинка или нет. Почему не делаю захват с видеоэкрана? Потому что, ну, чтобы не нагружать систему, чтобы, ну, было все честно. Так, что могу сказать? Ну, картинка клевая. Вот здесь сейчас, когда мы играем, мы видим, что у нас немножко в серых тонах немножко рушится картинка. Чтобы понимали примерно, насколько это рушится, это, если все очень плохо, это где-то рушится разрешение, ну, вот я условно на глаз говорю, с 1080 на 720. Вот. А так в основном все отлично. Ну, то есть играешь в 1080. Вот, при этом, заметьте, я сейчас, ну, что-то не показал даже, я просто на высокие все выставил, на высокие, не на ультра, на высокие выставил, вот, и все. И спокойно, спокойно играю под macOS. Прикольно, что вот эта вот игра SnowRunners, да, вот последняя, она сразу добавилась вот в данный сервис, и, ну, как бы ты можешь сразу так это купил и играть. Это круто. Давайте сейчас сразу, чтобы посмотрим, как будет выглядеть ночью. Видите, чуть-чуть притормаживает. Поэтому ставлю иногда на высокий, такое чувство, что там видюхи используются там 1660 Ti. Хотя, ну, как бы я не знаю, какие там видюхи используются, но, по крайней мере, иногда как будто подтормаживает. Причем не из-за интернета. Когда из-за интернета притормаживает, прерывается звук, либо прерывается прям картинка. Но обычно сразу со звуком.
Давайте я даже поближе приближу, чтобы вы видели. Вот честно, такое чувство, что игра установлена на компьютере. Ну вот я, друзья, буду говорить свои ощущения. То есть если в картинку не вглядываться, ну вот прям вот не искать вот эти вот пиксели, вот это вот все. То есть такое чувство, что все установлено на вашем компьютере. То есть нету никакого, никакой, знаете, такой задержки ощутимой, нет никаких вот лагов каких-то сильных, со звуком, с этим все отлично работает. Ну прям шикарно. То есть ты реально получаешь удовольствие. Так, сейчас мы приедем к пункту. В 1080 вы просто можете играть. И просто не думать ни о чем. Не по поводу выделения, это, не по поводу выделения места под игру, не по поводу оптимизации, установку даже не надо делать, вообще ничего не надо делать. То есть просто поставили это, просто запустили игру и забыли. В общем, все, переходим к следующей игре. Well. А? Так. Вот это прям игра тормозит. Это потому что звук идет. Так, ну сейчас она прогрузится. Что за лаги-то? Ну это прям явно не прогрузилось. Ну вот уже чуть-чуть получше. Да что за фигня-то? Капец, чуваки, вы оборону выстроили. Без всяких этих. Ни решеток, ничего нету. Healed. There's a hider.
Такое чувство, что там у NVIDIA серваки не тянут игры. Давайте поставим высокие. Вот у меня такое же ощущение, друзья, было на этом. Ну, потом перезапуск, хоть что-то он все равно убавил. Вот, видите, звук сейчас прервался чуть-чуть, но это прям чуть-чуть. Да уйди ты оттуда, чувак. Ни хрена вас. Уходим. Тут же сетка была. Так, друзья, это уже оно, 1800-й. Да, господи, хватит мне советы давать. Так, увеличим скорость. Графика у нас стоит максимальная. Уже можно сдавать? А вот вы, как всегда, вовремя. Всего лишь другой взгляд на вещи.
Ну, в стратегии вообще ништяк играть. О, пожар. А чё у меня пожарники стоят? Вы хотите нас запугать? Несправедливо. Да, отстаньте. Ну что, друзья, играбельно. Очень даже играбельно. Очень даже играбельно. Можно вообще спокойно, с удовольствием проводить выходные вот так вот под игрушечку любимую. Ни лагов, ничего нету. Ну и в стратегиях все-таки это все меньше всего чувствуется. То есть гонки, стрелялки, это понятно. А вот когда стратегию играешь, тут все-таки можно... Тут нет таких быстрых сцен, быстрых движений, не нужны быстрые действия. А вот оно, чем славится игра еще? Тем, что при увеличении потом всего подряд, все, что у тебя там город отстраиваешь и так далее, у тебя начинается все равно тормоза идти. Ну что, друзья, очень играбельно, я прям уже увлекся, потому что мне эта игра очень тоже нравится, она красивая. Ну вот дальность прорисовки, прям видно, что это прям выстраивается. Возможно, к вечеру, когда много игроков сразу, возможно, там оптимизируются какие-то драйвера. Ну-ка, интересно, а он определяет, какие... GeForce T108, не понимаю, что это за видеокарта. Вот. Ну, в любом случае, это играбельно, даже очень, то есть даже не то, что там очень играбельно, просто играбельно, либо нет, играбельно. Очень комфортно, очень хорошо, то есть нет никаких вот глюков. Сами видите, все прекрасно, и по звуку слышите, и по картинке видите, вот. Хотя вечером играю, когда была самая большая сеть, ну, сейчас по нагрузке, потому что обычно... Я жду где-то в нагрузке, ну, не более там 30 секунд или минуты ожидания. Ну, очень долго, там, я, по-моему, 1.5 минуты ждал. А сейчас где-то около 3-4 минут я жду, когда подсоединюсь. Но, в принципе, когда ты играешь абсолютно бесплатно, на любом компьютере ты можешь играть вообще с любым абсолютно железкой. Ну, там минимальные системные требования, в общем, не особо серьезные. Ну, блин, не хочется ставить винду, не хочется вот этим всем заморачиваться, просто хочется запустить и забыть. Блин, это круто, ты просто играешь, ты просто получаешь кайф. Смотрите, детализация, смотрите, нет никаких... Ну, в стратегиях это вообще идеально. Хотя вот в зомбаках вообще не рушилась картинка, хотя там постоянно... Но вот она лагала. Но, друзья, вот серьезно, днем вообще не было никаких лагов, ничего. Может быть, из-за того, что я графику на ультра поставил, потому что до этого я играл на средних. Вот, и был удивлен, почему такая графика. В стратегиях вообще одно удовольствие играть, потому что ты все приближаешь, все двигаются. А представляете, на макбуках играть, это же вообще, или на аймаках каких-нибудь, это же вообще круто. Это вообще офигительно просто. Там с их цветовыми охватами, с их экранами, это же вообще атас. Там просто. С их PPI-ем. Горы что, движутся? Прикольно. С юмором когда. Горы что, движутся? Закусывать надо. Так, ну все, друзья, что можно сказать? Играю уже, играю. Все прекрасно, все работает, все функционирует. Блин, он показывает, что осталось вам играть 40 минут. И потом опять нужно будет перезагрузить игру. Так что, блин, ну прикольно, прикольно, мне нравится. Я прям в восторге, когда ты можешь просто поиграть на большом экране. Вообще не важно, какие системные требования у компьютера. Все, идем в следующую игру смотреть. Не, ну играбельно. И input lag вообще, то есть, ну как бы нормально. Но тормозит игра. И это прям игра тормозит. То есть видите, как он прям двигается? Нет, это прям игра тормозит. То есть по этой игре действительно. Вот эта игра всегда тормозила. Даже на iMac
с Vega 56 она тормозила. На MacBook она 16-дюймовом тоже тормозит. Ну, такая вот игра специфическая. Прям игра тормозит. Вот прям. И она у меня, причем вот, это, вот этот вот эко-город, он у меня тормозил везде. Он у меня тормозил на iMac Pro. Он у меня тормозил на MacBook 16-дюймовом с 5500 видеокарты. Вот везде тормозит. Вот просто такая оптимизация игры. И вот это как бы расстраивает. Ты заходишь на страницу разработчика, он там все показывает так красиво, а когда до дела доходит большого города, все начинает лагать, тормозить. Ну блин, если на iMac Pro аж тормозит, ну о чем может вообще идти речь? Видите, все как прям рывками. Ну пипец, смотрите, как тормозит все. Ну это прям игра тормозит. Вот надо играть все-таки в оптимизированные игры. Все, вот в эту игру, вот City Skyline только хороша на песочнице, на начале. Когда до дела доходит до серьезного города, вот вообще невозможно нигде играть в игру. Подтвердили просто про эту игру. Вот с точки зрения, игра крутая, но когда, блин, ну смотрите, ну это вообще ужас. Это вообще ужас. Ну как можно так? Даже камера тормозит. Все рывками. Причем скорость стоит на третьей. Ну-ка себе на первую. Да даже на первую вон тормозит. Ну, то есть это сама игра так тормозит. Все, короче, играбельно, но только на начальном этапе. На ультрах играем. Эх, вы ведьмы. Ла-ла-маля! О, беги, беги! Фу! Вот тут вообще картинка не рушится, друзья. Тут ничего не плывет, ничего не падает. Может, еще зависит. Я фиг знает, честно, от чего зависит. Вообще, по сути, зависеть-то должно все только от скорости интернета. Шикарно, вообще прям шикарно. Вообще ни input лагов никаких, не думаешь, ничего вообще такого нет. Супер! Все, все играбельно, все отлично. Друзья, мне нравится. Я в восторге. Нафиг мне вообще. Я могу на любом компьютере. Теперь вот эти дрова обрели для меня смысл. Ну прикольно, прикольно. Я играю даже через 2,4 Гц. Несмотря на то, что здесь есть даже LAN-вход. Я могу через LAN включить. Блин, прикольно, мне нравится вообще. Играешь, не паришься. Можешь с друзьями. Супер. Все, с вами был Роман Ястреб. С уважением к вам и к вашему выбору. Счастливо.